И сегодня же стало известно, что президент своим указом наградил орденами Александра Невского, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и его коллегу из Петербургского дома музыки Сергея Ралдугина. В мае они вместе выступали в освобожденной Пальмире. Наград музыканты удостоились, как сказано в указе, за особые заслуги в проведении гуманитарных акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами. Популярные артисты приезжают в Сирию, в том числе, чтобы поддержать наших военных, которые продолжают нести там службу. Накануне на авиабазе Хмеймим выступил Григорий Лепс. Полуторачасовой концерт состоялся в открытом недавно культурно-досуговом центре. Лепс исполнил все свои самые известные песни. Певец также пообщался с солдатами и офицерами, которые выполняют боевые задачи в Арабской Республике. Очень ответственно лично для меня, потому что эти люди действительно там подставляют свои головы под пули. Ради величия и благополучия России для меня тоже большая честь здесь находиться. Я им искренне благодарен этим ребятам, потому что, ну, сами понимаете, очень бы хотелось, чтобы не было потерь и все люди вернулись к своим семьям.